Оу, шит, убегаем. Нет. А, там... мой лунтик застрял, что делать, ребят? Итак, всем привет, ребят, с вами Flutter Green, и мы, в общем-то, опять в лунтике X. Я не знаю, что мы опять забыли в этой игре, но, тем не менее, вышла третья бета. Что ж, давайте-ка я заберу все вот это, что у меня под рукой находится. Все, можно играть. Лунтик со своими друзьями гуляли на улице. Гусеницы победили Лунтика и Кузю в игре, и Кузя расстроился. И тогда все согласились вернуться по домам, а завтра устроить реванш. Окей. Опять один и тот же самый экран, просто отраженный. А, окей, мы играем опять. Опять эти самые полосы. Как же я скучал по вам. Как же я скучал. Лол, и тут отражение какое странное, боже мой. А, окей, на shift мы прыгаем. Я понял, понял. Так. Так. Призыв демона не читать, этим плохо все закончится. А мы, слушайте, не играли в эту даму уже? Просто мне кажется, именно в эту даму мы играли. Ой, лол. Собака. Я испугался не из-за того, что лунтик выскочил, а из-за того, что... просто громко было. Окей. Это, кстати говоря, я забыл об этом. Это типа отсылка, что ли? Я не знаю. Окей. Мне приходит типа ачивка. Пришла ачивка. Секретный путь выполнена. С Новым годом. Окей. Мы опять можем так сделать? Нет, не можем. Окей, неплохо, слушайте, прикольно даже. Типа, какие-то секретики, я вообще не думал, что могут быть в подобных играх. Но, видимо, автор действительно в этот раз решил немножко постараться и, не знаю, сделал какой-то секретный ход. Эй, Кузя, расскажи, что такое Новый год? Окей. Присоединяйтесь к вашей вечеринке. Ладно. Почему бы и нет? Оушит. Оушит. Что дальше? Вперед. Окей. Летим вперед. Взео, какой мы быстрый. Прям жутко быстрый. Gotta go fast. Ой-ой-ой. Я случайно нажал на низ. Я думал, что типа он не упадет так быстро. Лунтик Икс. Не все, как вижу, до сюда добрались. Посмотрим, выживете ли вы или нет. Боже мой, такой странный текст выбран. Время, вы должны сбежать отсюда. Время пришло. Окей. Мила Кузя. Оу, шит, убегаем. Нет. Там... мой лунтик застрял. Что делать, ребят? Лунтик просто застрял в двери. Я не мог. Что вы долго не продержались? Действительно. Я прошел на плохую концовку. Тут есть плохая концовка, серьезно. Автор идеи Романенко Дима. Окей. Так. Дом, из-за которого...
те, из-за которых и сделал игру Мистер Декарт, Флаттер Грин. Еее, бой, меня назвали. Если есть какие-то вопросы, пишите сюда. Окей. Вообще, я думаю, я разделю этот ролик на две части. Мы сначала прошли такую вот концовку. В следующем ролике мы пройдем уже нормально. Что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был Флаттер. Всем пока.